Вот здесь. Вот получается таранная ладья и вот клиновидная. Значит, получается, что у нас? Плюсна. Вот этого ряда нету. Вот этот ряд как раз прячется. И вот здесь проблема, что все выворачивает в основном сюда. И вот эту кость, вот эту кубовидную, ее просто задавливает внутрь, вот сюда где-то она вылазит, вот там, и ее просто тупо нету. Из-за этого поворачивает весь палец маленький. Вот здесь это хорошо видно, видишь? Вот она зажата, а кости нету вот этой вот. И нам надо ее оттуда вот так вот, вот этим вот движением вытащить. Вот она, видишь? То есть мы вот этот зажим вытаскиваем. Значит, здесь, когда это провернулось вот так, да, вот эти все мышцы заживало туда, прям под кость. Про вот эти туда. Да, 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 их просто заживало между... Вот она же исчезла, и их за ней потянуло. То есть зажало, спазмировало сразу весь. А вот этих всех собрало вот тут в одну полосу. То есть всех стянуло, всю фасцию, всю. И потому у них здесь вот эти натоптыши, потому что вот эти покручены. Да, и это только мышцы, еще фасции тут нет. Это еще фасции, да, это только там мышцы, да. И вот, и все ногу пытаются делать в эту сторону. А нам надо оборот оттуда вылезти, вот. Мы хотим, чтобы вылезла кубовидная. И как только кубовидная вылазит, сразу отпускается пятый, четвертый и третий. И сразу ладьевидная начинает, то есть ее вот там перестает зажимать. И она не вот так уже стоит. Она болит там, да? Или да, нет? Да. И, ну, она, ну, считай, что она там за собой крутанула все вот эти вот тоже мышцы. То есть вот здесь все зажато, вот здесь мышцы зажаты. Теперь здесь, вот, это в этом месте, это вот оно, вот это вот место, вот оно. И оно все вот здесь вот просто вот так скручено. То есть вот считай, что это все скручено. Значит, движений два. Вперед. Нет. Видите, вы хотите так сделать. А надо сделать вот так. О, о, немного. На пятки качнитесь. Видите? Не надо ногу сюда крутить. Вот, вот. Вот, видите? Тут нога снежного человека, конечно. Ничего страшного, зато все... Во, видите, вылазит. Во, вот кубовидная. Вот она. Вот она. Оп, оп. Сейчас вот это исчезнет. Сейчас вот эти мышцы вытянем. Вот они вылазят. Да, да, да. А вот это сейчас здесь, повара, вот, видите, большая берцовая исчезает. Вон тут, видите, исчез, прям да, мягко стало. Давайте пяткой туда-сюда. Туда-сюда, да. Оп. Не-не-не, не так, а нет, пальцы на себя подняли. И на пятки качаемся вперед-назад. Во. А когда вперед даю, хочу, чтобы вот это все оттуда вылезло. Во. Во-во-во, да-да-да-да. Вот отсюда выковырять. Это вот этих всех там зажатых. Да, да, да. Во-во-во-во. Я есть. Идет. Опа. Опустили. Все, расслабили. Не проваливаемся. Теперь смотрите. С этого ребра на это ребро. С этого ребра на это ребро. Поехали. Нет, без колена. Только внутри, да. О, давайте, на это, наоборот теперь. Оп, давайте, оп, 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 оп. Работаем. Только нет, вот поставили всех на место и лопайте. Только туда-сюда. Лопайте. Нет, смотрите, у вас есть точка опоры здесь и на пятом пальце. Вот вы стоите, вот, пальцы на себя поднимите, пятый тоже, пятый на себя. Не умею. Умеете, все умеете. Вот сейчас мы его вам отпустим и вы все сможете. Вылазим, вылазим. Вот, смотри, ну, вот это я сейчас нога, это правая, да. Да, вот я сейчас выковыриваю вот это оттуда. Вот я сейчас оттуда их загнула. Их вот так туда загнула, а я их как бы в обратно. То есть их вот так сделала, а я хочу вот так сделать. Вот это место вот так стоит. А надо, то есть и пятка сюда, и это, и хотим вот так вылезти, чтобы эти кости вылезли. И вот это движение, то есть она идет, смотри. Надо идти с этого ребра на это ребро. То есть вы там стоите на... Смотрите, вот вы стоите. Вы стоите на пяточке и на пятом пальце. Опустите первый. И теперь вы хотите вот здесь внутри, туда-сюда. Вот так. Раз. Нет, без колена. Поехали. Нет. Получается. Получается все.
Расслабьте. Во, вот что. Не-не-не-не. Смотрите, хотим расшатать. Во-во-во. Хотим расшатать, чтобы косточки просто провернулись. Да, да, да. Вот так. Во-во-во. Все, пошла на базу. И отек уходит. Очень хорошо. Не-не-не-не. Сюда ее. Теперь вот точка. Это и это. Наступить. Теперь оторвать ее от пола. Вот. Наступить от пола. Давайте, поехали. Давайте, давайте. Да-да-да. На косточку наступить. На все. Не проваливаясь туда. Вот так вот. Ой. Просто. На это ребро. То есть, давайте по-другому. Выставьте ногу сюда. Стойте на этой косточке и на пяточке. А теперь хотите достать этим ребром пола. Давайте. Оп. По чуть-чуть. Давайте, давайте. Давайте. Не-не-не-не-не. Давайте. Вот отсюда вылазьте. Пол достать. Во. Во. Еще. Давайте. Достать пол. Оторвать. Вот. О, еще, давайте. И не съезжайте туда, наоборот, к себе. Так, оторвать, поставить. Оторвать, поставить. Давайте. Не оторву, не оторву. Не проваливаться сюда, тогда его не будет рвать. Стоять на этом бедре. Вот, вот, встаю. Опустить первый. Встала. Теперь только в голеностопе туда. На меня. Оп. Еще на меня. Раз, два. Туда, туда, туда. Туда. Вылажу, вылажу. Давайте. Угу. Что там колено? А, колено не дает. Хорошо. Дадим колено. Нет. Расслабить ногу. Расслабить ногу. Расслабить. Нет. Ничего не придумывать. Расслабить ногу. Ничего не помогать. Не помогаю. Не надо. Я двигаю ногу. Самой не надо мне помогать. Отпустить туда ногу. Туда. Туда, вот, да, слышу. Да, вот мне сижу как есть. Ага. Вот туда, вот прям этой костью провалила, расслабила ее вот в этом месте, вот тут расслабила, да, о, да, 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 чтобы вы, да, да, вон туда ее, такая, туда, раз, раз, тут не напрягаюсь, спокойненько, раз уронила, на всю ногу вот так туда уронила. Ой. Да, 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 сюда, туда, вот, вот стоите на этом ребре. И такая коленом туда-сюда. Давайте. Разве дома так сама сделаешь? Самой нет, может быть. Но получится. Ну попробовать надо. Давайте, давайте. Давайте, давайте. А вы что думали, большая берцовая просто взяла и повернулась? Так. Ой. Значит, поставила ногу. Стою на этом ребре. И с этого ребра оттуда отпустила ногу туда. Ой, 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 теперь ой, назад вернулась. Представляешь? Теперь опять не надо колено. Теперь опять не надо ничего двигать. Вниз. Ой, назад. Ой, 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 не сопротивляйтесь. Отпустите ой. Ее. Вот да здесь отпустите. Вот здесь вот ничего. Ой, ой, так, ой, что ногу выкручиваете? Ой, Анатолий, больно. Отпустите. Все, сидите. Просто сидите. Дайте ему поменяться. Да. Просто сидите. Дайте отдохнуть. Нет, уже все идет. Смотри, уже... Тихо, все идет. В том-то и дело. Как вышло уже. Тихо, 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 ага. Тихо. Что чувствуете вот здесь? Вот в данный момент, прямо сейчас. Вот тут. Вот в этом месте. Вот сейчас все происходит вот в этом месте. Вот этой кости. Видите, исчезает кость? Да, да. Потому спрашиваю. Я если вы и приехала. Нет, вы визуально видите, что она исчезает. Вопрос, а что вы ощущаете, когда она это ага, делает? Ага, вот как, когда вы бьете, так боль ощущаете. А так отпустите блаженство вроде так. Вы поймите, она исчезает не просто так. Это да говорит ясно. О том, что она поворачивается. И да. Вот я вас хочу выяснить. Если мы видим глазами, что кость исчезает, то есть поворачивается. И вот мне, как, значит, который это делает... надо. Нет, мне как тому, кто это сейчас делает, интересно. А как вы ощущаете этот поворот? Он же происходит, вы его ощущаете да. Или нет? Так это ну, какое-то облегчение. Так, давайте, нет, пяточку туда-сюда. Ну, да. Ну, она нет, как-то, нет, для нее это облегчение. То есть она поворота не чувствует. Давайте, вот так. Вот когда поворачивает, вот поднимаю, больно, опускаю, конечно, давайте. Ну, посмотри, как сейчас ночью-то делается. Ну, конечно. Они ничего не могут объяснить. Я спрашиваю каждого. То есть они визуально... Нет,
На пол ее, нет, ну, вот просто хочу. Делает, ну больно, конечно, но... Ну он поворачивает кость вроде бы. Да, и я вот почему спрашиваю. Кость, ты видишь, а ты это... чувствуешь, двигается кость или не двигается? Вот, вот, это хочу выяснить. Не чувствует, короче, никто не чувствует. Никто. Они просто говорят, болит и все. Да, они никто не чувствует. А так понимаешь, это все через боль же. Не обязательно. А там же нервов нету, да, поэтому нету, не чувствует. Нету, то дело, что она не должна чувствовать боль, типа, это она напрягается. Внутренние органы за них все чувствуют. Чего вы напрягаетесь? Не напрягаюсь. Ага, если бы не напрягались, не было бы больно. Нет, когда стукаете, ты, говорю, ты слушаешь, что, что дергаешь ногу? Тихо, тихо, все, я все нервничаю. Правильно делаю, что говорит. Давайте, во, просто такая, газанула на педальку, нажал, пальцы на себя, на педальку нажала, не проваливаясь внутрь. Во, пятая нажала, о, да, да, о, 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 вот и голеностоп работает. Давайте, давайте. Угу, угу. Угу, давайте, давайте, вытащим его оттуда. Вот, давай, давай, выходи, выходи. Это мы сейчас выковыриваем. Это мы сейчас выковыриваем. Вот эту вот. Это же пятая, вот. Мы выковыриваем сейчас четвертую, вот здесь, четвертая, клиновидная. А там мышцы, фасция, что-то? У четвертая, ну, смотри, смотри, видишь, вот эта же одна кость кубовидная, да, она идет на два пальца, на пятый и четвертый. И вот эта кубовидная кость поворачивается туда. Ну, как-то поворачивается, и здесь, получается, все зажимает. Да, то есть, вот и не дает вылезти. Вот здесь, видишь, все в отеке. То есть, здесь вот эта кость еще не вылезла. А это торчит, что это вот это? Какое? Вот это, да, торчит? Вот это? Да. Вот это торчит, вот эта кость. Да. Тоже, кстати, слегка повернутая. То есть, ну, повернута туда. Получается, вот тут все зажимает, вот это. Вот, и мы тоже ее надо вытащить, потому что она вот тут, вот это вот, зажимает большую заднюю, малую берцовую мышцу. Вот эту вот. И вот эта вся мышца накручена вот здесь. А так как она там не одна, а подкрутила эту, то есть вот эту подкрутила, подтянула сосед, вот этих всех закрутила, там потом еще идут, кровь идет. Это как будто они там макароны как. Да, да, их там, во, вот так такая, раз, вот вокруг этого места, да. Да, 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 очень хорошо. Угу. Вот так вот. Хвалить даже, работать хочется. Да, да, да. Так, а потому что уже получается. Уже поотпускали большую конечно, часть. Конечно, руками вы там все сделали. Слушайте, я просто ускорил. Да. На самом деле, вы бы это сами могли сделать. Просто сейчас вам это все будет делать легче. Вот и все. Работайте, работайте, не останавливайтесь. Угу. Я вот как-то два месяца пробегал с бинтом, и оно же само как-то все-таки облегчилось. Слушай, ты знаешь, я тебе скажу так, я вот сейчас бинты снял, а у меня такое ощущение, что бинты до сих пор на ногах, короче. Свои мышцы как-то запомнили. Запомнили, да. Я вот почему и говорю, что появится сама память. То есть очень долго они были в правильном положении, и сейчас даже бинта нет, а нога в правильном положении осталась. Вот, вот, ах ты что, отпустили, представляете? Вот этих поотпускали. Вот, там еще один сидит. С плена вытащили. Да, да, в прямом смысле слова с плена вытащили. Там кость, когда повернулась, большая берцовая, она вот здесь очень много сразу, она вот это все сразу сдвинулась. Вот. А ну-ка, вот так, всю ногу, не, вот так, газанула костями вперед, а теперь всю ногу в бедре, всю, туда, сюда, да, туда, в бедре прям, да, давайте. Угу. Поворачивайте, поворачивайте. Как бы кости внутри мышц. Угу. Вот это, давайте, давайте. Это можно назвать костоправием? Есть такая нет, профессия? Нет. Это есть такая профессия, но мы не этим занимаемся. Интересно, они это делают или нет? Ага, или они больше ломают? Ломают. Они, слушай, ты знаешь, я же раньше тоже пытался кости править. Это глупости полные. Потому что, вот смотри, вот у нее сейчас повернута одна и вторая кость. Ты точно знаешь, какая как стоит? Нет. Даже если у тебя будет снимок, все равно ты не будешь понимать, какая как стоит. И еще нюанс. Вокруг может повернуться кость, а могут мышцы проскочить мимо, ну, вокруг кости.
Хиропрактор, или как он называется? И что у тебя сейчас, ты же не знаешь. Вот, потому я все-таки за то, что человек должен вот такими вот движениями естественными, да? Да. Вот он должен делать естественные движения, а ты ему как бы просто помогаешь. На самом деле ты заставляешь мышцы работать, ну, видишь, и она уже контролит. А еще недавно она пальцы на себя. Я вот сейчас бинтую, я тоже постукиваю сейчас по ногам, перед и после. Тоже чувствую нерв. Ладно, я в туалет сейчас сходила, а то бы давно убила. Обосралась. Больно? Я ну как, через боли, но я все равно как бы благодарю и думаю, мне же надо ходить. Вытаскиваем, давайте, давайте. Надо выходить из этого. Да, конечно. И вообще я почему не знала про это 14 лет вот так вот. Нет, с 14 года, 8 лет вот так ходила. А ну, давайте на пяточки. Не, пальцы там. На стельках ходили? Нет, только кость вот так назад. Стельки тоже вот так. Травматологи выписывали, вот да так. Не такие. Просто вот так. Во, просто, во, идеально, да. Уже не болит, да? Чё-то к хирургам прибежали. Она уже, вон, видишь, смотри. Они даже за ногу-то не берутся. Она, вон, видишь, уже как. Да. А у него вся работа. То есть я, по сути дела, только придерживаю, чтобы она не могла, чтобы она не могла по-старому. Во, во. Он на шале вообще не мог, да? Вон, смотрите. Видите, как уходит кость. Давайте. Вперед. Не торопись. Вперед. До конца. Нет, до конца. Не-не. Просто вот этим местом была. Не тороплюсь. Надо, чтобы вот это вылезло. Да-да-да. Угу. Да-да-да. Еще. Во, во. Вот. Еще-еще. Продолжаю. Идеально. Идеально. Выходи, выходи давай. Выходи, выходи, выходи. Как змеёныша просит на воду. Так мы сейчас вот это вот место вынимаем. Оно, видите, даже отсюда видно, сколько там всего. Невероятно. О, о. И считайте, что при смещении костей все эти сухожилия, связочки, сгибатели-разгибатели, косточки мелкие, большие, всех просто скомкало, понимаете? Вот, теперь такая на пяточку встала и такая ножку туда, не тороплюсь, сюда, туда, не тороплюсь, просто умею это делать. Вот, просто я спокойненько это делаю, без рывочков, да, просто делаю. Угу. А мы сейчас освободим тех, кто там зажат. И вот, вот считайте вот это вот, и как вы это поправите? Вы что, видите их, как они стоят? Вы знаете, как их перехлестнуло между собой, кто за кого заехал, не знаете. И тут вы начинаете это править. Я просто правил это все, я знаю, и потому ты ошибаешься, а потом переделываешь, потом еще раз переделываешь, а потом ты вообще не знаешь, как там все стоит. И даже если тебе кажется в визуале, что ты что-то поправил, да, то через неделю выясняется, что у человека что-то другое зажато. А если ты себе это делаешь, то ты прям чувствуешь, ага, пережал. То есть ошибки очень имеют место быть. И потому отказался поправлять кости. Легче, чтобы человек сам делал движение. Да, теперь до бедра выкручиваешься. То есть когда сам он чувствует? Да, он сам чувствует, и организм сам, ты ему просто помогаешь. Ну да, проблема, ты спросишь, человек сам не знает, как объяснить. Конечно, ты ему просто помогаешь делать правильное движение. Там где-то мышцу отпустил, где-то он уже давно мозг забылся, что такое движение есть, помог его выполнить. Ну когда ногу так поставишь, ты же не видишь ничего, что внутри. Думаешь, что она, это просто нога и все. Да, и она правильно типа стоит. Да, и она типа одна. А там 300 мышц каких-то и сухожилий. Там только костей 24 типа, блин. Ну, как бы 24, но... Угу. О, да-да-да-да. Не-не-не, такая, раз. Не тороплюсь, все пальцы на себя, не тороплюсь. Спокойненько, да, спокойненько на себя тяну. Не, без рывка тяну на себя. Вот этими тяну, да. О, без рывка вот этими тяну. Коленком тоже? Да-да-да. Коленка участвует. Во. Пятка, мне кажется, здесь маловато. Не пропорционально. Да, чутка, да, маловато сделала. Во! Во! Еще! О! Голеностоп заработал.
Вот в данный момент работает голеностоп. То есть не ногу тянете? Да, 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 голеностоп. А голеностоп, понимаете? А раньше тянули носок. Да, а сейчас работает. Мне кажется, это я вот на шпагат, когда упала, я выкрутила все. Тихо-тихо, отпускаю туда, отпускаю. И голеностопом назад. Не выкручиваю, не. И голеностопом назад. Не тороплюсь. Голеностопом, только да. Во, только вот этими. Угу. Угу. Да, да, да. Но носок. Во! 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 Вот он, раз. Да, да, пятку. Вот работает вот тут. Да, в том-то и дело. Это как физиотерапия какая-то. Ну, своего рода, да. Раньше и были целые процедурки по вот физиотерапии. Вижу, а вот объяснить не могу. Что там происходит? Ничего, нога работает просто и все. Ничего не происходит. Вот и все. Видите, голеностопчика. О! Самое главное, чтобы вот этих костей не было. Не-не-не, и поехала голеностопчиком. Не тяну ногу, голеностопчиком. Не срывайтесь на ногу. Угу. Вот этой мышцы, да. Вот этой, да, да, да. Вот, о, передняя берцовая, вот она пошла. Во, 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 да, да, передняя берцовая, вот она, да, 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 вот она. Работайте ей. Вот она, да, вот она. Работайте. Во, во, во. Во, 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 идеально. Во, 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 пятка открылась. Вот как пятка должна стоять, блин. Поняли, как открытая пятка стоит? А не куда-то там запиханная, короче, палец тихо. Оторвешь. Не оторву. Продавливаю газку вперед. Продавливаю, вылажу отсюда. Еще вылажу отсюда. Это хотите, знаете, кого вытащить? Смотрите, есть такая кость, называется вот клиновидная, вот здесь. Ага. То есть вот плюсневая, вот она, да? А вон клиновидная. Так вот, эта клиновидная стоит, не просто ее она стоит, она залезла под ладьевидную, ага, еще и с поворотом. И я хочу голеностопчиком на себя, а вперед хочу вот этими достать пола и вытащить ее. Давайте, потихоньку, не тороплюсь. Она тоже такая хитрая, не пойдет сходу. Да, а вы такая туда-сюда. Прям короткое движение, туда-сюда. Угу. Вот эти сейчас распутываем между собой. И вот она тоже, вот эта кость повернута. Она здесь самая большая. Вот. И вот на нее вот это все вон, по ней все скрутило. Когда знаешь, куда направлять энергию, ты туда направишь. А вот когда не знаешь, и не знаешь даже куда, с чем работать. Слушайте, ребята, сейчас, блин, сейчас постараемся это все объяснять. Давайте, давайте, на пяточки. Хоп, голеностопчиком. Не на... Во, коленка, голеностоп, да. Во, вот. Типа, как почувствуйте свой желудок. А ты такой, а как он выглядит? Что? Что? Я тоже раньше это пытался понять, но, да, представить очень... Вот еще. Надо картинку где-то слепить самому. А ну, видите, как стучите прям? О! О! Да. Вначале с болью, конечно, было. О, прям можете, не проваливаюсь. Во. Теперь нет, не проваливаюсь. Подняла и просто отпустила. Не проваливаюсь. То есть вы сейчас просто ускоряете процесс, чтобы потом зафиксировать? Да, уже... да. Как будто на 2 месяца вперед ее продвигаете. Просто, да, просто ее продвинули вперед. На самом деле, не проваливаюсь вот туда больше. Вылезла оттуда и забыла, что туда есть выход. Тут кто тут такой не дает? Не-не-не. Отпустила пятку. Отпустила. Оттуда отпустила пятку. Не, теперь коленка. Подсогнула коленку. Оп, отпустила. Подсогнула. Отпустила. Да. Да. Поняли, да? Что сейчас только ровно сижу. Да. Давайте. Пятку вперед такая. И пошла коленом. Оп. Оп. Коленом только. Чё ногу на себя тянул? Пятку. О! Колен. О! О! И пяткой туда толкнулась. О! И над... не кручу ногу. Да не кручу я. Вот так не выкручиваю ногу. А это бинт наш разве, вот этот, который на второй ноге? Нет, это даже не бинт. Это чтобы в самолете пролететь можно было. Поставила сюда, да. Угу. И вот так вот оперлась. Нет, вот туда оперлась. Угу. Ой. И сижу. А это тейп, да, там больше? Да, он ломает, больше на тейп ломает, похож. Ломает, новое строит. Ломает. Все старое ломает. Ой, молодец. Терпи. Вон таранная. Вот это... сейчас выстукиваем таранную. Хотим, чтобы она вылезла оттуда.
Самофиксирующие бинты, это можно сказать одноразовые. Молодой человек спросил, что за бинты. Стейпы такие. Сапоги. Ой. Я же с Екатеринбурга прилетела, мне просто тесно в зимние сапоги. У нас же там снег по колено. Уже? Конечно. Давно? 6-го, 5-го числа. 4-го, 5-го. Да тут тоже пытался пойти, потом растаял. Два дня такой снег. А ну опускаю пяточку, опускаю. Опускаю, говорю. А пяточку не могу опустить. Могу, пяточку. Нет. О. О. Мне надо подальше это не надо ничего подальше. Подальше дурак. Она любой дурак не... сможет подальше. Нет, до полу. Прям роняю ее. До роняю. Да, работаю голеностопом. До полу-то не достает. Это только с левой, да? Вы с правой еще не работали. Да нам правая... Или правая себе. Нормально? Правая тоже ненормально, но левая нас парила. Совсем больная. Теперь... Расслабила. Теперь у нас вот это ага, вот мышцы. Вот что-то вот зажало вот тут. Да, теперь вот эти вот мышцы. Ага. Значит, они. Это подошвенная фасция. Это вот эти вот все друзья. Вот они. Угу. И они все из-за того, что эту кость вот так повернула, их туда же повернула. Теперь, значит, просто поставила вот так ногу ага. и пальцами под себя. Видите, уже срабатывает. Давайте. Под... Ага. А теперь на меня. И под себя. Давайте. Работайте. Работайте, работайте. Здравствуйте. А чтобы вам было пополезнее, будем давайте. На сколько записи? Давай. На 3 часа. На 3 часа. Угу. Раз, давайте, давайте. Пытайтесь за него зацепиться. Сергей Михайлович, он сейчас должен подойти, да? Я знаю, давайте, сейчас. Давайте. Александровского подойти. Сергей Михайлович, да? Угу. Просто я его еще не видела. Ну, может, пусть. Газку, газку туда, во, да, во, туда, до конца, отпускаю до конца вот эту мышцу, вот эту, отпускаю до конца, да, во, отпускаю, отпускаю ее до конца, да, вот здесь зашиб, отпускаю, вот и еще, вот и все, вот так безоперационно поворачивается первая плюшня вместе с клиновидной. А есть операция разве такие? Вот на эту кость, да, конечно. То есть они это специально ломают? С тобой у нас же была, она как будто бы операцию делают. То есть прям ломают, да? Вот так, весь голеностоп. Не-не-не, вот я хочу туда, а я туда не хочу. Я вот опусти, не выкручиваю вот так. Ну, вот так, туда-сюда, туда-сюда, да, давайте, давайте. Туда-сюда, туда-сюда, давайте, работайте. О. Да, все в пальце. Но у него тоже отдельное. Ого. Во. Давайте, давайте. Она как будто зажатая там вот. Да, да, да. Вот здесь. Как вы понимаете, что все? А под рукой чувствуется, как стоят мышцы. Нет, туда не кручу, только наверх. Вот так вот. Работаю только голеностопом. Туда, сюда, туда и вниз. Во. Оп, так, оп. Просто я уже давно работаю, да, я все эти кости чувствую под рукой. Вот эти все сухожилия чувствую под рукой. Вот. И так как уже давно работаю, я представляю себе мысленно. Слушайте, ну я не знаю, магия не магия, короче, но так как вот у нас есть Сафонова, которая, ну, учится, вот я ей объясняю не то, что я ощущаю, а как-то я ей объясняю, она понимает. Mm-hmm. Она же как-то понимает, mm-hmm. значит, ну, не знаю, я не знаю, что объяснить. Как объяснить, не знаю. То есть в конце вы как-то понимаете, что все, они уже, что-то встало? Я, видите, не то, чтобы понимаю, чувствуете? Я же вижу по работе, да, вот она, раньше эта нога шла только так. Mm-hmm. Сейчас эта нога уже пальцы на себя. Нет, пальцы на себя и колено. Вот. А сейчас видите, как работает? Mm-hmm. Сама. То есть она уже, ну она еще пытается в ту сторону как-то спрыгнуть, да? Но уже практически не может. Теперь мы хотим вот здесь отпустить вот эту вот малую берцовую. Мы ее еще не знаем еще, как она скручена, эта малая берцовая. Вот, поехали вниз. Нет, не кручу туда ногу. Вот, на себя голеностоп. Вот так вот. Раз. Поднять пятку тоже. Оп,
Поехали. Угу. Сейчас, выходит, продолжаю.